Сергеевич, ну я вам такой общий вопрос задам и все-таки постарайтесь на него как-то ответить. Что для вас «Спартак»? Ну, «Спартак» для нас, для всех, вот для ветеранов, не знаю, как теперь, это была жизнь. В полном смысле этого слова. Мы ничего себе не позволяли. И думали только, как хорошо сыграть, чтобы не расстроить нашего великолепного зрителя, который и до сих пор ходит и болеет и так далее и тому подобное. Сергеевич, ну понятно, у вас три золота, чемпионат ФССР, они для вас все дороги, но все-таки хотелось понять, вот самая-самая дорогая медаль для вас. Ну первая, это безусловно первая. Мы к ней тяжело шли, 17 место было, вот я начинал играть, из 18 команд, потом 6, а на следующий год уже выиграли золото. Не верили мы, конечно, что мы можем, если честно, то не думали, ну вот, да вышли и просто играли. И все отдались этому, ну, до последнего, что там говорить. Конечно, это было. Ну, это... Вспомнить вот ту последнюю игру, когда «Спартак» стал чемпионом, что творилось вообще здесь? О, Женька Майор запустил свою клюшку в зрительный зал, на трибуны, наверняка. Ну, поначалу мы, конечно, и даже не могли понять, не переварили, что вот мы чемпионы. Это все потом пошло в раздевалке уже, когда там народ хлынул, поздравляет, там, и все такое. Там. Ну, ощущение такое, конечно, но больше не повторялось. И второй раз, когда выиграли с Бобровым, и СКАК, ну это уже не то, так честно. Сегодня все-таки, когда вы здесь в Сокольниках оказались после долгого перерыва, испытали какую-то ностальгию по своей молодости? Ну, конечно, мы все в моем возрасте ностальгируем по молодости, что там говорить. Хотелось бы скинуть лет там, побегать еще, поиграть, или там, не имею в виду большой так. А так чего? Разве за 3 минуты что-то переживешь? Я больше пережил, пока ехал сюда. Вспоминал.